Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сирене из Гатчины. Эта VR-игра называется Торн. Steam ПК-версия, гарнитура Oculus Pro. Русского нету. Здесь создатели. Опции графика. На Epic, что ли, рискнуть или оставить на хай? Так, контроллеры от Vive. Интересно, будут ли здесь проблемы с движением? Новая. Пустой слот. Согласиться. Так, теперь про передвижение. Идти. Самый иммерсивный и менее комфортный. Да, я хочу вот этот. Ходьба. Тут рывок. И это, видимо, телепорт. Allow strafing. Двигаться по направлению взгляда головы. Да, меня это устраивает. И я посреди леса. Так, что-то совсем... Да, это вайвовская такая тема. Чтобы идти, проблема присутствует. Нужно утапливать стик. Не просто отодвигать, а утапливать. Причем правый стик дублирует левый. И за поворот никоим образом не отвечает. Это плохо, поэтому... Я посредине леса. Я встану-ка. Откалибруюсь. И буду разворачиваться туловищем. А идти как идется. Никакой сюжетной завязки нет. Просто посреди леса... А, женщина оказалась. Пойду по тропинке медленно. Прокашлялась. А, нащупал бег. Правый триггер. Левый. Левый нет. Еще кнопочки. Так, это менюха. Может быть, локомоушен. Вот эту убрать. Вернуться. Не, еще хуже только сделал. Возвращаю, как было. И все, вау. Особняк. Загадочная музыка, полуоткрытая калитка. Лес, ну, неплохо нарисован по задержке. Все отлично. Можно было и ультра поставить. Ну да уж ладно. Я не знаю, буду ли я проходить игру или просто в ней побуду полчасика или сколько там. Микролаг был. Hello? Anybody there? Есть кто? Guess not. Думаю, что нет. За этой точкой смертельная сила. Неотесанный ангелочек. Грубо. Нарисована моделька, сделана. Это адвенчера, это хоррор. Я думаю, будет много загадок, судя по проводам.
Даже во время бега движение довольно медлительное. Спуки. Жутковато. А что ты здесь делаешь вообще? Почему нет никакой предыстории? What happened to this place? Что с этим местом случилось? Ну ты вообще неторопливая. So many crates. Так много ящиков. Так, а что нужно? Whoa. Uh-oh. Oh my God, it's an elevator. Это же лифт. Help! На помощь. Great. Now I've done it. Hello? Hello? Hello, hello, hello? Well, you're here now, Patterson. Start walking. Ну вот ты и здесь, Паттерсон. Начинай идти. Ой, почему так на меня реагирует лампа? Радио висит в воздухе. This is probably just decoration. Скорее всего, это декорация. Am I gonna let a piece of tape get in my way? No, I'm not. Ну что, идем, рвем ленточки. Они не рвутся, сквозь них прям проходится. Блин, тут все осыпается. Oh my God! Ну, дура-то, блин. Аспер представляет. Тут типа стильные титры вступительные. Еще и режиссер. Да. И? Okay. Microphone is live and recording. Let's timestamp this thing. It is March 17th. 1:15 in the PM. And I am at the cellar of somebody's mansion out in the woods. I'm not supposed to be here, but it's too cool. I couldn't resist. В общем, диктофон включен. Март, там какое-то марта, час с чем-то. Я оказалась посреди леса в усадьбе. Это ж так круто, надо, блин, исследовать. Не могу устоять, отказать себе. В таком удовольствии. Паутина. Ну. It's like a mausoleum down here.
Здесь прям-таки мавзолей. Don't suppose they're still paying their electric bill in here. Похоже, счета за электроэнергию здесь давно не оплачивали. There's gotta be a fuse box or circuit breaker somewhere down here. Должен быть распределительный щиток или... А, вот, рычаг. There we go. Ну и вот. А что и вот? А, лифт. Лифт. Let's check out the rest of this crypt. Нет, слишком низко, не дотянусь. А это что за таймер? 16. Путешествуем в 16. Есть бейсмент, там, где я... A machine threw up in here. Hey! Sorry. Hey! Who's up there? What's the big idea? Hello? Who's up there? Говорящий летающий огонек. Очень странная картина. Я думал, он будет вращаться, а его можно взять. Но лучше ничего здесь не трогать, а то все порушу. О, вот это вот прикольно. Реагирует. Надеюсь, не придется иметь дело с чем-нибудь вот... Надо пойти наверх, посмотреть, что происходит. Наверх, а как? Тут разве есть... А, в лифт еще раз зайти? I'm coming up! Ой. Who's there? Hello? Кто здесь? She died right before the serial killer stuck a knife in her back. И сейчас серийный убийца нож в спину воткнет. Так обычно говорит героине перед тем, как серийный убийца появляется. Героиня фильма, я так понимаю. All right. Много предметов, все можно брать, крутить, но оно не очень детализированное, текстурки средние. Вон там пианино самодеятельностью занимается, рояль точнее. Мне не надо открывать крышку. Whoa, what the? Finally, I'm free! Whoa. Ouch, that hurt.
Oh, I'm dizzy. You do speak English, don't you? Do you mind getting the door for me? Наконец-то я свободен. Ты ведь говоришь по-английски. Открой для меня дверь, пожалуйста. What kind of insane asylum have I stumbled into? И во что я вляпалась? I'm crazy. Я же с ума схожу. I'm in the loony bin, where I belong. Ну, куда ты меня ведешь? Down we go. That's the stuff. Down, please. Вниз, пожалуйста. Look in here. Сюда. We need to take a look in here. Stupid locks. These pins should be easier to pick. Not bad, eh? Take a look. Сейчас. Well, there's something you don't see every day. It's easy to use. It's not rocket science, you'll be glad to know. Just point the handle, pull the trigger, and lift up. Ну что это за штукенция? Так, это просто фонарик, если ничего не жать. Если ж... Good. Now put it down. Were you born in a barn? Treat that thing gently, will you? You call... Good. I said gently. Good. Now put it down. Gently. Мягенько положить. You can push and pull objects around using the control disc. Control disc, you say? Hmm. Oh, this thing. Got it. Use the handle to find more of, well, more of me, basically. I don't know if I can handle more of you. Very funny. Point the handle at the object. If it wiggles, most likely there's something trapped in there. You can set it free by lifting it up. So far, so good. Now, put the handle here. Так. Hey! Yeah. Now, pull down. Now left. Налево. Now up to lock. What's happening? This is good. Very good. Just follow. You have got to be kidding. That isn't she a beauty? This is the room barometer. Each light represents a circuit. See, when all the circuits are fixed, all the lights will be on. Jeez, for a floating piece of dust, you sure do know a lot. You don't know the half of it. Now, come on. I've got a secret I want to share with you. Secret? Whose secret? Well, you'll see. Come on. Look at the floor. I see a floor. No kidding, genius. Now, use the tool. And remember what I said about secrets. See the circuit? You can fix it. That will turn on the computers in the nook. Use the handle to move objects into the glowing sockets. I see plenty of junk around here. Will any old thing do? No. You need the right thing. You're looking for a hidden circuit symbol. That's the clue. Look here. See the symbol? Sure do. Just put this into the socket. Ага, надо находить предметы с такими символами и ставить их и поворачивать. Hallelujah, it's awake. Now we can load some data. Over here. Look at the floor. Ну, вижу. Так, здесь вот другой символ, здесь тройничок, здесь двойничок.
И надо шерстить, видимо, комнату, искать предметы, которые содержат правильный символ. А, тройничок. Сюда и поворачиваем. Потом здесь палочка и квадрат. Не подходит. Вот этот сюда подойдет. That's the stuff. Now, this next request is going to sound a little odd. Oh, really? As opposed to everything else you've asked me to do? You're going to need to power up a, well, a headdress. A what? Just humor me. What do you think I've been doing all this time? Так, я опять искать. А эти уже все? А можно их брать и в другие места применять? Это все равно не подойдет. Это может быть. That's it. Keep going. Чего этому огоньку вообще от меня надо? Ну, с таким же успехом и кресло подошло бы. Какой еще узел мне надо разрулить? На другом этаже, может быть? Тут нет, тут. Тут нет. Это запитал, это запитал. If you get stuck with a puzzle, give that button on the side of the tool a squeeze. And да? I will see if I can help you. If you decide you don't need my help, just press the button on the side of the tool to let me know. I should keep my thoughts to myself. Подсказку можешь дать. It looks like this socket needs a forked connection. Этот сокет нуждается в четвертом подсоединении. Here's the object you are looking for. Где? Подсказчик из тебя какой-то. Блин, короче, я постараюсь сейчас на другой этаж, потому что там тоже что-то моргает. Получается, мне нужно предметы тягать с того этажа на этот. Так, здесь нужна двойная. Нет, это просто предмет двойной. Здесь двойная, двойной предмет. Должно подойти. We're
almost there. Или пофиг, какие узлы соединять. Важно, может, количество. Так. Столик. А, не, я думал... Надо найти вот такой, типа мордочки. Две сверху, одна снизу. Что-то я таких не вижу. Может быть, они содержатся даже на предметах, на которых, казалось бы, ничего нет. А может, это оно и есть. Может, оно и подойдет сюда. Now I can show you something really special. Don't suppose you've got a pot of gold lying around here for me, you little leprechaun. Героиня пытается шутить, но получается кринжово. Looks like it will fit you. Куда мне? Опять вниз. It works. Try it on and see. This. Put it on. See what happens. Go on, don't be afraid. Looks like it will fit you. Here it is! It's nice, all right. What are you waiting for? Put it on. Why? Набушку. What for? You'll see. I'll be over here. I should definitely not do this. This is probably a terrible idea. А я его уронил. Yes, that's a good girl. Don't be a creep. Why am I doing this again? You'll see in a moment. Now, make your way to the room barometer. Can you see it? That's it. Now, take your grav. You're all set. Now, all you have to do is pull. Не так, что ли? Недостаточно низко? It's all right. You've had a shock. Stop! Stay back! As you wish. Where am I? Nowhere, I'm afraid. Who's there? Who's talking? Talbot. My name is Talbot. Talbot. I can hear you, but I can't see you. Is this a camera? Can you see me? Yes, I can see you. I'm right here. But all I see is a light. That light is me. I am the light. I'm seeing things. I must have hit my head. This is a bit out of the ordinary, isn't it? Tell me what is going on. Of course, I'll do as you ask. If you'll grant me one favor, do you see that gravity tool in your hand? Да. This thing? There's a button on the side of the tool. Would you press it for me? Ну, ща. Нажал. Yes. That's better. As I said, my name is Lawrence Talbot, and I built that tool you're holding. The hell you did? It's true. And it's my house you've been snooping in, my dear. I'd tell you more if I could. I don't remember much of anything, frankly. But those lights, they have an effect on me. They seem to help me remember things. I'd very much like to know what's happened. I don't suppose you could bring some more to me. This isn't happening. I'm hallucinating. You're a figment of my imagination. I'm not. I'll prove it to you. How? Do you know how to get out of here? No. Well, I do. So clearly I'm not you. Well,
Aren't you going to ask? Ask what? How to get out of here. Oh, yeah. Yes, I'm asking. You see that machine there? Yeah. You'll find a control panel there on the base. Insert the gravity tool into the panel, and it will function as a sort of lever. Pull it down, and you'll be returned to the mansion. Thank God. But I don't understand. If you know where the exit door is, why are you still here? Because I'm not going anywhere in my current condition, I'm afraid. But you can see that I have some information that might be useful for you. And I'll know more, a lot more, if you can bring me those lights. Why don't you go and come back, and then we'll chat a little more? В общем, этот огонек, он создатель вот этой штуковины, хозяин дома, но он вот в таком состоянии непонятном хочет отсюда выбраться и говорит мне продолжать поиски в доме, чтобы я огоньки находила, приносила ему, он рассказывал бы мне взамен новую историю, воспоминания бы у него начинались потерянные, что-то такое. Was that really a person? No. Maybe it was some kind of AI. It can't be a person, right? И она гадает, то ли это шиза у нее, то ли это искусственный интеллект, то ли вправду с человеком общалась. Isn't it spectacular? This device connects the house's main power supply to the rest of the mansion. I wouldn't fiddle with the settings too much. Something might break. Yes, this is where I would do my calculations. Or feed them into the machine, at least. The machine is quite slow, but very reliable. And where we were going, that was more important than speed. These cables get kinked up or damaged from time to time. One time a squirrel got stuck in there, had to pull it out. I couldn't bring myself to tell Rina it was frozen solid. Сорок восемь надо найти. Кто этот огонек, который меня ведет, тоже не ясно. Друг, враг или тот, который над водной гладью там с машиной хозяин, тоже какие у него помыслы? I guess we did that in a strange sort of way, even though I myself never left the country, technically speaking. Так. И что нужно-то? Просто ходить и трогать, поднимать разное. Почему меня этот огонек никуда не направляет? Что у меня новая цель? Look at that! A CRT monitor! These cathode ray beasts really stand the test of time. Уменьшается. Мне что нужно 46 предметов потрогать? These things as far back as 1907, if you can believe that. И послушать 46 описаний предметов. Circuits in this room. Look at these ingenious velvet seats. Nice to take a load off, eh? You completed the circuit. Come take a look at this over here. When you see a square like this, it's a secret pressure plate. You will need to put an object on it to trigger it. Once all pressure plates are loaded, the circuit will be activated. Take a look at this. This is a big pressure plate. You will need a really heavy object to trigger it, or several medium ones. Чтобы вот этот задействовался, надо тяжелый объект или несколько мелких.
А бутылка вообще не считается. Нужно, наверное, с контуром. А может, и считается. В общем, честно говоря, я как-то не впечатлен. Мне не совсем нравится эта игра. Я не заинтригован. И по геймплею как-то уныленько. Может быть, просто пока на данном этапе. Может, потом движуха будет поинтереснее. Но отзывы... Отзывы в Стиме смешанные. Тоже не всем далеко понравилось. Well done. Недостаточно. Все равно недостаточно. А, вот сундук тяжелый. Баллон. Может, развернуть надо. Не, в общем, я не буду продолжать. Просто ролик из серии «Первый взгляд» поиграл и не зашло. Поэтому вот. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие мои ролики. Всем пока.